Всем привет! Сегодня поговорим о том, как увеличить громкость звука, ну а можно и уменьшить, видеороликов, которые вы делаете. Эта ситуация бывает довольно-таки часто, когда настраивается звук, то иногда, значит, бывает трудно угадать, вот на каком уровне делать. У меня пару раз бывало так, что настройка слетала где-то вот сюда. И вот здесь уже, как видите, и вот здесь уже, как слышите, разность значительная. Вот конкретный пример. Сделал я, допустим, видеоролик. И вот реально послушайте, какой сейчас звук. Вот слышно на 71% какой тихий звук. Что с этим делать? Можно ли улучшить ситуацию? Ситуацию можно улучшить при помощи программы Audacity. Значит, открываем файлик. Рабочий стол. Я сохранил в трех троечках. Вот наш файлик. И теперь вот здесь вот, между тихо и соло, значит, я выставляю на максимум. Вот. И сохраняю проект. Да, так, как и предлагается. Теперь, значит, посмотрите, что происходит. Всем привет! Поговорим сегодня о настройках рабочего стола, в частности. Ну, комментарии, как говорится, излишни. Теперь нам нужно будет звуковой формат. Сделать файлик. Файл экспортировать. Вот, я выбираю файл OGG Vorbis и экспортирую его вот в эту папочку. Сохранить. Окей. Закрываем. Значит, исходный файлик у нас звучит вот так. А вот выходной файлик. Всем привет. Поговорим сегодня о настройках рабочего стола, в частности, об обоях. Ну, как видите, разница есть. Теперь, значит, что делать дальше? Открываем видеоредактор и запускаем туда вот эти файлики. Файлик var.rus и файлик OGG. Вот я var.rus ставлю на линейку. Он также будет звучать тихо. Поэтому я вот этот значочек громкости у него убираю. И перетаскиваю сюда же на линеечку файлик OGG. Они практически, видите, начинаются и кончаются в одно и то же время. Но только звучать теперь будет это дело погромче. Всем привет! Ну, я специально делаю так, чтобы было видно, чтобы было слышно. Почему? Чтобы вы, значит, уловили разницу.
Ну и теперь нам нужно этот выходной файлик, естественно, сохранить. Ну, первое, значит, во-первых, мы сохраним сам проект. Ну, назовем, я не знаю, его там назовем там 333. Где? Ну, видео, допустим. Качество. Вот 1080 на 25. Ну а теперь делаем, значит, выпускаем файлик на гора. Blu-ray. Качество высокое. И, как говорится, вперед из песней. Ну вот, запись закончилась. Значит, ну я закрою видеоредактор. Теперь, значит, что я сделаю? Я вот ради примера перенесу этот файлик и помещу его рядышком с исходным, чтобы мы могли сравнить, скажем так, громкость звука исходную и, значит, подредактированную. Значит, слушаем исходную. Вот я выставляю уровень громкости. Ну, давайте так. Вот я ставлю. Сколько это у нас тут будет? 46. 49. Ну вот, 51%. Вот слушаем исходный файлик. Ну, ясно, понятно, что звук очень тихий. Слушаем файлик, который, значит, мы уже изменили. Всем привет. Поговорим сегодня о настройках рабочего стола, в частности, об обоях. Есть несколько хороших вариантов. То есть, разница, сами, как говорится, слышите. Так что можете вот пользоваться редактором Audacity, увеличивать или уменьшать, наоборот, громкость звука вот, по вашему, как говорится, усмотрению. Ситуация такая встречается часто, и порой бывает очень обидно, что сделан очень хороший видеоролик, а звук, допустим, тихий. Значит, его можно увеличить. Или бывает наоборот, звук очень громкий, значит, его можно будет и уменьшить. Желаю вам, значит, воспользоваться вот этими приемами для редактирования ваших видеороликов. В частности, значит, усиление или ослабление в них звука. Всего доброго, до новых встреч. До свидания.